Ну что, всем добрый день, здравствуйте. Мы в кафе. Я с новым телефоном. Надеюсь, видно лучше, качество лучше. Мне муж подарил новый телефон. Он сказал, на Новый год. Си-си. Сегодня 31 октября. Здесь также, как и везде, смотрите, красная шапочка. Немножко переросток, но все равно. А вот, друзья, Стефана, девочка с рожками и мальчик с нарисованным лицом. Сегодня хорошая погода, тепло, очень классно, безветренно. Мы выползли погулять, потому что Стефана попросил. Ну, я выгляжу ужасно, потому что у меня жутко всю неделю болит зуб. Так как у меня, знаете, старый зуб запломбирован. Мне еще пломбировали в советское время, когда мне было лет 20. Что это такое? И запломбировали вместе с каналами. Теперь под самим зубом у меня образовался гной, который просто так не выкачаешь, как говорится. И теперь я уже пью второй вид антибиотиков, потому что у меня как-то оно не проходит. А потом мне будут удалять этот зуб. Так что весело. Удалить зуб стоит в Италии 100 евро. Давайте отвлечемся от темы моего зуба. Несчастного я вам покажу. Тут такая детская площадка. Вот там вот, сейчас показать, вы видите, вдалеке играют дети. Там типа качели, но такая более-менее закрытая территория. Вот тут все огорожено забором. А вот для этого специально для собак. Видите, Масима пошел. Да, чтобы Цуми могла побегать. Здесь оградили территорию для собачек. Заходишь, и они там типа гуляют. Вот наш цунами. Так хорошо, посмотрите, все. Небо голубое, солнышко, тепло, ветра нет, классно. Обалдеть. Мне прям в глаза слепит солнце, вот хочу вам показать. Еще что хочу сказать. Мне муж купил телефон Huawei. Мась, коза номер телефона Huawei? P40. И что хочу сказать. Телефон сам по себе очень даже неплохой, но у него есть одно большое но. То бишь, он не поддерживает Google. То есть вы не можете просто так закачать YouTube, как, знаете, как Play Market. Здесь не Play Market, а Play Huawei называется. Оказывается, хороший дядя Дональд Трамп запретил китайским телефонам использовать Google. И теперь, чтобы закачать YouTube, Instagram, то есть по-нормальному, да, не заходить через браузер, нужно закачивать специальные программы. Это все время, это все не очень удобно, не очень практично. Мы хотели сдать этот телефон, но так как мы покупали не онлайн, а в магазине, нам сказали, что сдать его уже нельзя. И нам пришлось закачивать все эти программы, но пока вроде все работает, вроде все нормально. Не знаю, конечно, много времени на это ушло, много программ нам пришлось и Amazon закачать программу, и для YouTube там две программы какие-то, я сейчас не помню, как называются, закачивать. То есть, если кто-то будет покупать такой телефон, имейте в виду. Смотрите, мы приехали на свалку, где все выбрасывают. Вот это вот угол электроники. Посмотрите. Мы приехали своей машиной, у нас просто фургон. И мы решили выбросить все, что нам не нужно. Вот здесь электроника. Вентилятор. Внутри пылесос. Машинки. Класс. Я такого не видела в Украине. Здесь четко делят мусор. Я не знаю, для чего. Вот эти контейнеры, что туда выбрасывают. Тут видно, что-то перерабатывают. Там вот дальше есть контейнеры с одеждой. А вот контейнеры с пластикой. Вот холодильники стоят. Класс. Максима работает, я видео снимаю.
вот эта старая печка, которую мы хотим выбросить, она стояла на террасе, занимала кучу места. Мы ее хотели продать, то есть мы продали, а покупатель за ней не приехал. Представляете, на полгода она стоит, он нам не звонит, не пишет. Мы ее спросили, а он сказал, я неправильно понял регион. Просто такой же город, как она, Стивали, есть еще на севере. Нам подарили 30 евро, и теперь мы выбрасываем эту плиту. Ну что, у нас сегодня очередной поход. Поход нас в Икею мы приехали. Мне нужно для коврика, как говорится, стоп купить. И хочу зайти в Zara Home. Муж мой очень злой. Он ненавидит Икею и Zara Home. Но мне нужно. Все в масках. Пока у нас не приняли закон о закрытии всех магазинов, я хочу прорваться все-таки. Людей, как ни странно, много. Смотрите, дети играют, прыгают. В Икее, как обычно, меряют температуру при входе. Новогоднее убранство, но мы наверх не идем. Тут уже висят такие звездочки новогодние и елочка. Ну, вроде неплохая, да, но мне кажется, она редкая. А может, нормальная, более похожа на естественную. Но это нет, это совсем нет, это вообще редко, это еще более-менее. Меркато. Здесь написано. Я сейчас, наверное, возьму тележку, чтобы не носить в руках. Вообще не знаю. А, это пледы. Подушки. Подушки. Аспета. А нет, не тонкий, я думала, материал для кресла. Так, вот ковры. Маси, дове квеста? Коврики. Quando non ti piace quello, ci metti questo. Pure questo. Ma questo è 6 euro. Только questo. Вот мне нравится вот эта вот штучка. Типа комодика маленького под телевизор. Стоило 220, сейчас стоит 135. 134,90. Ну, это все типа оценки, да? Здесь, конечно, есть немножко вот такое. И вот такое. Но это совсем незначительно, за 100 евро. Я считаю, можно купить. Это отдел скидок, тут все по скидкам продается. Ну что, мы купили этот комодик, я беру в Zara Home. Как говорится, двум смертей не бывать, одной не миновать. Меня муж сегодня точно убьет. Вот за это многие не любят Икеи, потому что вечно идешь, не планирую покупать ничего. Я планировала купить только под коврик, как это называется, стоп. Потом увидела комодик, который мне нравился, со скидкой 50%. Ну как не купить? Ну что, 6 часов, народ есть. Хотя говорили, что после 6 особо нельзя вылазить никуда. Ну как видите, людей много. В торговом центре пока еще ничего не закрыли. Только грозятся. Говорили, если закроют на 2-3 недели. Божечки, я задыхаюсь в той маске. Мне муж сказал, бегом,
Я тебя долго ждать не буду. Дышать нечем. Зара. Все черное. Все еще в Хэллоуине. Знаете, как практикуется в Италии? Мужчины сильно не спорят с женщинами. Они говорят, иди, иди в магазин, а я посижу снаружи. Посмотрите на них. Они ждут своих жен. Смешно. Мой тоже всем постоянно говорит, иди, иди. Я здесь постою. Наверное, они, знаете, что думают? Если жена идет без мужа, значит, она меньше потратит денег. Сомневаюсь. Что? 11 евро. Красивая, да, вообще? Белая. Будет супер. Вот это классно пахнет. А сколько она стоит, я пока не вижу. 22 евро. Ну, конфет... Я таких конфетниц, кстати, не видела на сайте. 11 евро. Очень даже мне нравится. Смотрите, какая большая, красивая. Большая. 18. Вот масленка. Сколько она? 18 евро. Изначально я планировала купить вот эти вот штучки для масла. На столе они круто смотрятся, только интересно, сколько они стоят. Боюсь разбить. 35. Нет, это дорого. Только не готова я такое покупать. А, вот эти вот, смотрите. Вот эти, наверное, тоже красиво. Не знаю, вот этот. А вот, посмотрите, какая красота. Новогодняя, да? А вот это? Ух ты, тяжелая, даже не хочу поднимать. Очень тяжелая. Смотрите, какой здесь красивый декор, да? Для салфеток, я так понимаю, ну, вставлять сюда. Эти 7 евро классные. Очень мне нравится. Тут 18. 8 евро. Вот этот, а это вот 6,99. А этот 11. Обидно, я не вижу здесь черных бокалов, за которыми пришла. Черные-черные, такие были красивые. Вот немножко ваз. Что это такое? Нет, наверное, не очень, да? Это не очень. Вот листик остался, только большой. А мне хотелось маленький. Вот такой. Этот большой, он стоит дорого. 45 евро. Маленький стоил 15. Ну что, новогодний декор, такие вот птички. Да, то, что я хотела, ничего нет. Очень жаль. Ну что, так расстроившись, я возвращаюсь. Ничего не купила в Zara Home. Ничего того, что я хотела, нет. Придется заказывать онлайн. Так, мне пришла, нам еще пришла посылочка из Дитана. Нравится нам этот сайтик, тут и бывают скидки нормальные. Сейчас открою, посмотрим. На самом деле тут не так много продуктов. Все продукты, правда, были со скидкой, мы взяли. Сейчас одной рукой неудобно. Но коробка почему-то аж трещит по швам. Аюта. Да, мой Милош. Это мы прибежала тоже поучаствовать в разборе полета. Так, ну что, мы тут купили на 63 евро. А по рибарму мы взяли, но... Это пробник. Донна. My way. Донна.
Donna. Acqua di Parma, te ne era Calone, è te uomo, io pensare. No, te ne metti per te, non lo so. Jean Paul Gaultier, cosa lui non piace? Questo è uomo. Ah, te ti piace? Om. Sì, uomo, di Saint Laurent. Так, и что тут мне пришло? Ну, это я себе заказала крем, как говорится, на сдачу. Вот эти два крема я заказала себе, то, что Масима говорит. Давай, для того, чтобы привезли бесплатно, нам нужно как минимум 40 евро. Ну, мы заказали на 63, как говорится. Вот это вот нравится, этот одеколон, он стоил всего лишь 20 евро, 19 с копейкой. Нет, это 200 миллилитров, обманываю, 30 евро. Ему нравятся старые, тут они по распродаже. Так он стоил 67, а на распродаже за 30 евро он купил. А я себе еще вот такой купила Элизабет Арден крем для тела. Но он должен очень бомбически пахнуть. Здесь баночка 500 миллилитров. Ну, для всего тела. А здесь 75. Вот этим никогда не пользовалась, но почитала по отзывам. Говорят, неплохой. Крем, давайте сейчас попробуем его откроем, с какой стороны его, правда, открывать. Мася, а там... Ага, да. Сейчас, секундочку. А, вот. Это мне regalo. Окей. Спать так и дай. Угу. Дай. Такой крем. Мася говорит, это его подарок. Как вы думаете, что это? 6 бутылок вина красного. Вау! Неро дамола! И вот наша полочка, правда, еще не заполнена. Il mio nome è Max. Mad Max, я Il смотрю. Il mondo è fuoco e sangue. Guerre del petrolio. Uccidiamo per la benzina. Скажи чао. Чао! Вот так, да? Борзяка.